Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев, и бегом вас зову на выставку. Это выставка «Новогодний клинок». Метро Новослободская, здесь есть замечательное здание «Амбер Плаза», и я думал, что будет маленько, аккуратненько, оказывается, нифига себе объем. На самом деле выставка очень-очень крупная. Напомню, что я привез всякого смешного, интересного мерча. Я привез, наконец, те самые пропавшие отовсюду царап-фиксы. Есть некоторое количество понтов, которые лимитированы 23-м годом, таких не будет больше никогда. Есть, конечно, наши крутейшие хакамы, раскрашенные в этот безумный цвет. Есть обязательно нейра, пока еще в наличии. И вообще будет круто, весело. Целых 4 дня мы будем тусить прямо здесь, в Амбер Плаза. И, конечно, не забывайте, что 24-го, в воскресенье, Новослободская, 46, у нас самая крутая, самая большая, новогодняя Найпока в наших любимых пушках-мишках. Жду вас 4 дня здесь и, конечно, в воскресенье на Найфовке. Подписывайся на канал, у меня интересно.